Двуличие ПДС или когда представители власти говорят правду? На политических перебежчиков нужно показывать пальцем и смешивать их с грязью. Так говорил в прошлом году председатель парламента Игорь Гросу. Сейчас, после того, как несколько примаров из Ханьчежского района сменили красный цвет политической принадлежности на желтый, у депутатов от ПДС другая позиция. Для них нынче политический туризм уже не такой уже туризм, а примаров от других политформирований с распростертыми объятиями принимают в семью партии действий «Солидарность». Далее в рубрике «No comment» представляем вам заявление одних и тех же представителей власти. Есть два случая предательства в нашем созыве. Их необходимо осудить независимо от того, о какой партии идет речь. Но подобные жесты, предательства, представляют собой огромный удар не только по партии, но и по политической системе. За этим скрывается политическая коррупция, коррупция в государстве, в институтах государства. Она ведет начало с коррупцией в партиях. Эту политическую коррупцию необходимо искоренить, показывать на них пальцем, осмеивать, смешать с грязью, чтобы они не могли выйти из дома до тех пор, пока прокурор за них не возьмется, чтобы им было стыдно смотреть в глаза своим родным. Теперь о решении коллег из Ханьчежд, моих коллег по ПДС из Ханьчежд. Да, они пришли, встретились с нашими коллегами, побеседовали, подали заявление, обсудили это на районном уровне, и было принято решение. Но много говорилось об осуждении политических перебежчиков. Но мы говорим сейчас не о перебежничестве. Люди заявили, мы не хотим связываться с человеком Москвы. Какое в этом перебежничество? Эту политическую коррупцию необходимо искоренить, показывать на них пальцем, осмеивать, смешать с грязью, чтобы они не могли выйти из дома до тех пор, пока прокурор за них не возьмется, чтобы им было стыдно смотреть в глаза своим родным. Но много говорилось об осуждении политических перебежчиков. Но мы говорим сейчас не о перебежничестве. Люди заявили, мы не хотим связываться с человеком Москвы. Какое в этом перебежничество? Эту политическую коррупцию необходимо искоренить, показывать на них пальцем, осмеивать, смешать с грязью, чтобы они не могли выйти из дома до тех пор, пока прокурор за них не возьмется, чтобы им было стыдно смотреть в глаза своим родным. ПДС абсолютно никого не принуждает и никогда не принуждала абсолютно ни одного примара присоединяться к нам. Все, кто объявляет или присоединяется к ПДС, делают это потому, что разделяют наши ценности, цели, которые мы предлагаем. Но подобные жесты, предательства, представляют собой огромный удар не только по партии, но и по политической системе. За этим скрывается политическая коррупция и коррупция в государстве, в институтах государства. Она ведет начало с коррупцией в партиях. Если примар честный человек, хозяйственный, даже если он был в другой партии, но разделяет наши ценности, проевропейские ценности, неподкупность, то я думаю, естественно, распахнуть ему наши объятия.